растений и пищи. Друзья, старый Новый год, елка, и мы старше на 2 недели по отношению к тому Новому году. Вот пришли в гости, тут что-то страшное, какая-то реклама отечественная, так, там стол, красиво, так, мы уже здесь снимали, год назад. Да, он из окна, нет, я вот оттуда увидел. Мы потом включим свет там больше. Ну, а нормально снимает. У меня камера даже в темноте вытягивает. Я имею в виду, чтобы больше моргало. Чтобы больше моргало. А, больше моргания. Боря, скажи, вот эта коллекция, это вы прямо оттуда привезли или в Америке собирали? А? Все куплено здесь. В Лос-Анджелесе где-нибудь? И в Лос-Анджелесе, и в Нью-Йорке. Но не у нас тут, у нас такого не... Сан-Франциско тоже кое-что подвезло. Давай. Видишь, у нас есть интересная штука. Да. Если вам понравится. Так. Ремонт-контроль. И чего ты включил? А? Подсветка. А. Подожди, а там выпивка какая-то или посуда просто? Там выпивка и посуда. Так, а давай откроем ее. А то, что вот так, через стекло не видно ничего. Но вы это используете или так для красоты все? Знаешь, у нас вот так есть. Там есть грузинский коньяк, армянский коньяк, так. Там есть еще какой-то. Вот это интересно, коньяк. Кольт. Кельт. Какой? Кельт. Кельт. Это Эксо. Кельт Эксо. Так что же вы так спрятали далеко? Не выполняю. Понимаем. Вот, друзья, вы видите прибор, который делает эффекты. Так, где? Ой, мама. Эффект на потолке. Эффект на потолке. Борис, это хозяин дома, он утверждает, что у него таких 4. И они создают настоящую круговерть, если все 4. Боря нам расскажет, что это у него. Полтри, значит, птичку делает. 165 градусов должна быть температура. А ты уже коптил что-то в этой коптильне? Да. А рыбу коптил? Постой, стой, где коптильня? Коптильню коптить у меня. Ты хочешь коптильню? И нет, где она сама находится? А ты не дай какую-то курточку ему, а то так холодно. Так, вот, друзья, наш известный в странах СНГ олигарх. Так. Коломойский, да. Так. Уже все, на Николай. Ой, это мы на улицу пошли. Сюда, Миш, давай. Так. Это что у тебя, джакузька такая тут? Да. Так, давай. Ой, пахнет. Значит, это коптилка. Так. А что там внизу? Сейчас. Мне? Это я делаю, уменьшаю температуру. Так. Вот, а здесь... Ой, друзья. Там коптится курка? Утки. Утки. Летят утки. Так. Слушай, тут можно много этих, да, птичек сразу. Я тебе хотел запечатлеть. Да. Ну что же, неплохо, неплохо. Но у тебя был пульт дистанционного управления. Да. Вот, смотри. Да. Вот это вот вставлено. Да. Вот это вот. Проб вставлен в утку. А, тут проволочка вот эта вот. Да. Это фактически термометр. Да. Так. И он идет подключен вот к этому термометру. Вот термометр. Да. Который вайр беспроводно передает сигнал. Хорошо. Но термометр, в смысле, вот этот remote control твой, он просто показывает тебе что-то, или ты с него можешь управлять чем-то? Нет, я управлять не могу. Я просто, он выставляет температуру, internal температуру. Внутреннюю. Я понял. То есть ты только наблюдаешь. Там он включен. И когда он, значит, 164, он показывает, что зеленое, что почти готово. Угу. Как только оно на 1 градус поднимется больше, чем надо, там загорится красная табличка. Я понял. Вот эта штука разговаривает с той, которая у тебя в доме. Я понял. Это как бы переговорник от утки. Да, разговаривает. Передает привет. Я понял. Так. Я уже. Я подумал, друзья, надо сейчас снять, а то потом, знаете как, уже не останется чего снимать и не будет памяти на будущее. Лимончик, наверное, для коньячка, что ли? Даже не знаю. Так. Это я не знаю, что. Ну, это понятно. Это бутерброд с икрой. Тут одного блюда не хватает. Говорят, что еще не готово.
Так. Ну, в общем, вы сами видите, что я вам буду рассказывать. Это похоже на оливье. Это явно селедка под шубой. Так, ну и здесь похоже, что повторяется. У нас мы вот здесь сидели. Холодец. Мы вот здесь сидели в прошлом году. Так. А я вот там. Кто-то может сказать, что вот это вот такое рыженькое? Крабный салат. Это крабный салат. Вот оно, недостававшее блюдо. Это похоже на рыбку. Что такое красненькое? Подливка такая? Это морковка, а это цветная подливка. Ну что, друзья, давайте выбирать, что будем пить. Вот есть такой коньяк. Есть вот такой коньяк. И хочу сказать, что есть еще лимончик, я привез из Санта-Крус. Пошли дожди, поспел лимон, и вот надо понять. Ну, давай вот что справа будем. Нам объясняют, что на тарелке. Значит, давай, вот это справа что? Язык. Это просто язык. Говяжий. Говяжий. Сами его как-то, да? Да, абсолютно сами. Так, по центру что? По центру сельдисон. А как понять сельдисон? Что это такое? Это что-то... голова или это зельц? Это что-то типа хэд чиз. Ага. Да? А как объяснить вот человеку, который нас смотрит из Российской типа Федерации? Рулета чего-то, скажи, наверное, да? Это на самом деле очень древняя вещь. Все знают, что такое сельтисон. Все знают. Это очень древняя вещь. А вот это вот буженина слэш пузанина. Пузанина. Вот такое вот. Не то, что мы обычно делаем, просто я... Понимаю. Ну, в общем, надо пробовать. Надо что пробовать. Ж теперь так посмотреть? Это дико вкусно. Единственное, что можно сказать. Друзья, даже те из вас, кто не эстеты в душе, а там яблочки внутри. Я думаю, копченые. Прочувствовали вот этих вот копченых уточек. И сколько они коптились по времени? Где-то 5 часов. Пять часов, друзья. 5 часов. И мы еще даже не попробовали. Мы только наслаждаемся. Знаете, что мне напоминает? Как два петушка. Один говорит, пошли в гастроном сходим. Он говорит, а что там? Он говорит, на голых курочек посмотрим. Друзья, мы проникли в мастерскую художника. Это вот то, чего еще никто не видел. Вот она. Ой. Так, жирненькая была уточка-то. А уточка отечественная, то есть американская. Канадская. Хорошо. Американская. А тут, друзья, совершенно забыли. Вам показать рыбку. Знаете как? Рыбка, где твоя улыбка? Рыбка копченая, друзья. Холодная и горячая. Пришла из Лос-Анджелеса к нам, да? Прямо с цеха, где коптят. Это вот буквально как у партийного руководства раньше им доставляли из цехов. Вот, так вот, Нет. Ах, я не Нет. Вот, так вот рыбка. Рыбка очень хорошая, рекомендую. Здравствуйте, друзья, очередной раз. Это прибор, с которым ходят в гости американцы. Да, значит, и прибор для измерения алкоголя, чтобы знать, насколько ты готов дальше праздновать. Значит, вдыхать? Когда ноль, надо выдыхать? Жди, ну она секунды считает, когда на ноль ты должен начать выдыхать. Сошли, я сейчас. Я просто стараюсь не посуду. Ох, извини. А что ты предлагаешь? Что последний вопрос? Все. Чтобы убрать посуду. А я могу еще дышать? Исключительно, я понимаю. Так, что покажет? Ждем. Сейчас покажем. Друзья, ждем, что покажет прибор. Все нули показывают. Ноль. А ты ж коньяк пил? Друзья, коньяк я пил, но время прошло. Пил ваш прибор. Скажу, стыдно так в гости ходить. Я могу отдельно выпить. Вы можете себе представить? Сколько это Вовчик вышел, если мы покажем. Давай так. Друзья, я хочу что сказать. Я понимаю, что... А если его практическом, в практическом плане. Чтобы все мы, когда мы пьем коньяк, чтобы у нас прибор вот так показывал. Правильно. Новый год, друзья, без подарков не обходится. Давай открывай, что там. Там конфетка. Вот, друзья, значит, новогодние, так. Давай, что там у нас в сапогу? Бабушка Мороз забежал с носком. Светочка, что там прощупывается? Что-то твердое. Так, это Дед Мороз. Так, это кому? Что будет, Миш? Это кому? Ой, Дед Мороз с вешалкой. Кому скажешь, тому будет. Нам, Светочка, перепало что-то из этого чулка. По-моему, одно из них выпить, а другое типа помылиться. Что это пластмассовое такое? Ты знаешь, чтобы я понимала. Нет, это было, я извиняюсь.
То, что оказалось мылом, друзья, оказалось лосьоном. Света хотела понюхать, и вот покажи пальчик. Хотела понюхать, и вот на нос себе намазала. Друзья, пусть не обвинят меня в излишнем эстетизме, вот, но удалось сегодня нам к десерту приблизиться без потерь. Значит, вот такой торт. Ну, смотрите, я считаю, что даже самые строгие критики, в общем-то, должны одобрить. Ну, виноград, он и в Африке виноград, и в Америке виноград. Тортик. Ну, там у нас еще много всякого, но вот так на стол поставили, и скоро будет чай. А на столе вы видите, что Бог послал. Там конфетки, дрожже. И вот это вот произведение массовой американской культуры. Ликеры, водки всякие, текилы, шоколад. Это просто так. Это для, что называется, под разговор. Мы играли в шарады, тут все веселые. Очень много, это все много разных вещей. Вы видите тут устройства всевозможные, пошли в ход. Знаете, что на потолке творится. Вы видите, друзья, как режется торт. Это хирургическая операция. Торт уникален. Он прибыл в Кремниевую долину из Лос-Анджелеса. Здесь таких нет. Испортить нельзя. Это как сапер, о который ошибается только... Ну ладно, тут сразу ошибусь.